Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 октября и хочу вам показать один томат, который я вот вчера зачищала теплицу. Все последние томаты срывала. У нас в этом году творится что-то невообразимое. Вот это у меня малиновый гигант, у которого в описании написано 200-250 грамм у него вес. На первых кистях возможно можно получить 500 грамм или 600 грамм. Но в течение лета, так как у нас было сильно жарко в теплицах, у меня томаты ни 500, ни 600 на первых кистях не было таких. Были 200-250 грамм, как вот в описании. Но сейчас, зайдя убирать всю эту последнюю ботву, выдирать, я увидела, что последние на самом верху томаты у малинового гиганта, смотрите, 614, он не один такой. Правда, они немножко 462. Это очень большой вес для верхних, для пятых кистей. И вот такие малиновые гиганты вчера, 14 октября, я сорвала из теплицы. Еще лишь висит там у меня Вова Путин. Мне тоже давали прям несколько буквально семечек. Я на него не дышу, сорву сегодня. На развод его хочу. Мне очень понравилась форма плода. Мне дали там буквально 4 или, может, даже 2 было семечка, не помню. Но вот у меня растет 2 кустика. И тоже, чем выше, тем они крупнее почему-то. Вот сейчас жара, когда как схлынула, и вот такой умеренный для них там температурный режим. И на верхних кистях начали образовываться такие огромные, массивные кисти. Вероятно, растение, все, что не могло отдать в течение лета из-за жары, из-за аномальной жары, вероятно, задыхались они там от жары. Сейчас они оторвались, и вот такие гиганты вырастают на самом верху. Вот 613 граммов, это очень много для малинового гиганта, особенно осенью. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это вот я вам показывала малиновый гигант, который в конце лета, можно даже сказать глубокой осенью, вырос огромный, 600 с лишним граммов.